Всем привет, с вами Алексей Белухин, и сегодня мы с вами откроем посылочку от фирмы Роснасть с катушкой Нельма. В предыдущем видео мы с вами убедились, да, что можно купить по рекламному объявлению, размещенному, ну, допустим, в Майле, там, в Яндексе, да, то есть с реальной заманухой, да, то есть открыли посылку с катушкой, ну, и все увидели, да, то есть оставлю ссылочку, обязательно посмотрите. И сегодня, как бы, мы откроем другую посылку, и я вам расскажу, как делаю покупки я, допустим, снастей, ну, в любом случае, не только снастей, это касается всего. То есть, я знал про катушку Нельма уже достаточно давно, фирме 11 лет вот исполнилось, да, я смотрел различные обзоры, видео, да, то есть, видел, ну, у людей катушку, в магазинах, да, держал, то есть, ее в руках. Ну и давно, естественно, хотел ее купить. То есть я определился для себя, что ну, мне нужна катушка Нельма. Естественно, я понимаю, что катушку Нельма нужно брать у производителя. Я нашел, кто является производителем. Ну, я и до этого это, в принципе, знал. Да, компания Роснасть. Зашел на официальный сайт. Все посмотрел, да. То есть есть все описание, видеоинструкции, отчеты, да, то есть видеообзоры, все есть на сайте, да, все прозрачно, все доступно, то есть без вопросов. Все, я определился, разместил свой заказ. Так, ну и мне пришло оповещение, что ну, ждите, с вами свяжутся. Ну, это было вечером уже поздно. Ну, на следующий день не звонит сам индивидуальный, да, предприниматель Андрей Евгеньевич, ну, и говорит, что вы как бы размещали заказ, да, я говорю, все верно, ну, дословно я как бы не помню, ну, в обычном, да, режиме, то есть, да, вы разместили заказ, я единственный момент заказывал Нельму Z, ну, мне, то есть, мне нужна катушка для зимы, хочу поставить на мощную судаковую удочку для крупной, как бы, трофейной рыбы, для крупных моих блесен, то есть, которые я делаю сам, да. Он сразу уточнил, то есть Нельмы Z нет, есть КП-80. Ну, я сказал, спросил, естественно, для моих условий, то есть зимняя ловля, они пойдут? Он сказал, ну, конечно, она пойдет, то есть без вопросов. Я сказал, ну, все хорошо, спасибо. Он сразу уточнил, что как бы деньги нужно будет перевести мне на карту. Я сказал, хорошо, то есть опять на этом уровне, да, то есть я уже знаю, да, с кем говорю, что мне звонят это именно с Роснасти, то есть не из какого-то там интернет-магазина, а именно производитель, сам производитель набирает вас. Когда производитель набирает вас сам, это стоит дорогого, правильно? Так, ну и все, то есть я денежки перевел, Андрей Евгеньевич отписался, что все, деньги получил, все, обменялись любезностями, все отлично, пожелал, он мне пожелал здоровья, я ему, то есть, и процветания, ну, поблагодарил его за качественный продукт, на что он мне как бы ответил, вы же еще не получили, откуда вы можете знать, я сказал, ну, прежде чем что-то заказать, давайте я зачитаю нашу переписку, сейчас, секундочку. То все, Андрей Евгеньевич сказал, что нужно отправить деньги, я сказал, хорошо, отправлю, и как бы попросил его отписаться, но что деньги получены, он сказал, хорошо. То есть, и вот, читаю нашу с ним переписку. Все, Андрей Евгеньевич пишет, получил. Я отвечаю, спасибо вам за качественный продукт, есть канал на YouTube, рекламу бесплатную вам сделаю. Типа рукопожатие у меня, да? Андрей Евгеньевич пишет, вы же еще не получили катушку. На что я отвечаю, прежде чем что-то приобрести, я тщательно анализирую и делаю выбор. Вашу летнюю я в руках держал. А так можно пойти в магазин к товарищам и взять что-нибудь другое. Не подумайте ничего, мне просто от вас хватит спасибо за покупку, да? То есть, Андрей Евгеньевич, спасибо и дай вам Бог здоровья.
Да, и я, и вам всего хорошего. Все, посылка ушла, Андрей Евгеньевич отписался. Все, я спасибо, жду с нетерпением. Все, как бы. Вот посылка, шла меньше недели. Все, отправили с деком. То есть, видно, да, фирменная упаковка. Так, что тут у нас? Все, компания-отправитель Елисеев Андрей Евгеньевич, город Москва. Угу. Все, ну и все, больше ничего здесь нету. Все, тоже не вскрывал, хотя, естественно, я вам рекомендую все посылки вскрывать. Потому что, во-первых, как бы, не, ну, с прошлым, да, с прошлым видео мы видели, что как бы, что нам вообще пришло не то. Здесь я как бы уверен, что мне придет Нельма, да, то, что я как бы заказал. Но в любом случае транспортная компания может что-то помять. Я руками-то как бы потрогал, то есть она целая. Да? Ну все, вскрываем посылку. Так, все, пакет зэковский. Так, это вот сам производитель так упаковал. Все, Руснасть, да, видим? Руснасть, фирменный скотч. Так, все, аккуратненько открываем. Так. Колечко, да, ну, зажимное, да, для бобины. Аккуратненько. Все, видим, да, Нельма. Нельма серии Z. Два целых колечка. Так, инструкция внутри, да? Ребят, а как бы, что хотел, смотрите. Хотя мне Андрей Евгеньевич как бы сказал, что Нельмы Z нет, да? Но он нашел Нельму Z, понимаете? То есть при нашем с ним общении он понял, ну, как бы, что человеку лучше дать то, что он хочет. И он дал то, что я хотел. Ясно, да, всем? Все, полное описание на двух страницах, да, все доступно. Фирменный чехольчик, да, то есть класс вообще, очень приятно. Смотрите, все в сборе как бы, да. То есть эти штуки запасные, да? не знаю, должны они быть в запасе, не должны, я думаю, как бы не должны. Так, смотрим Нельма. Все, знаете, да? То есть можно почитать. Вся, не буду подробно описывать это изделие, да? То есть в любом случае это высокопрочный алюминий. Да, два шарика подшипника закрытых, нержавеющих. То есть это как бы вещь. Все, переводим тормоз. Вот что такое подшипники. Качественные подшипники. Смотрите, никаких люфтов. Посмотрите, как она вращается. То есть теперь я что хотел, то и получил. Я получил качество, получил это от производителя с гарантией, сейчас точно не скажу, но я думаю, по-моему, 2 или даже 3 года. Если что, Андрей Евгеньевич, простите, но всю информацию как бы не читал. Все, ну давайте разберем, то есть обычно все откручивается, да, руками спокойно. Так, сразу проверим. Ну да, то есть это получается запасные эти штучки, если вдруг чего-то потеряю, будет, да, только ну, она вот без вот этой наклеечки будет. Ну как бы ничего страшного, да. То есть все отлично, спасибо большое за подарок. Очень качественный продукт. Все, давайте все-таки так по инструкции снимем бобину. То есть всегда почитаем инструкцию целиком, да, прежде чем что-то разобрать. Они разбираем, но и думаем, что как бы так оно как бы должно было быть. То есть все откручиваем.
снимаем бобину. Все, все аккуратненько. Там у нас подшипнички два. Все, все подогнано. Никаких там вопросов ни к чему нет. Смазочка присутствует. Вещь, да? Просто вещь. Ну все, отлично. Ребят, ну теперь все наглядно видно, да. Что ждали, то и получили. Огромное спасибо компании «Роснасть» в лице Елисеева Андрея Евгеньевича, да. Спасибо огромное, ну, за дополнение. В любом случае, да, мы можем всегда эту штучку потерять, да, а у нас будет уже запасная. Я думаю, одна шла в комплекте, вторую мне подарили, ну, просто так. Все, большое спасибо. Все, будем, теперь будут испытания на водоеме, и там уже все посмотрим. Ну, я думаю, эта покупка не на год, не на два, не на десять. То есть, такие вещи берутся на всю жизнь. Все, в дальнейшем, я думаю, рассмотрю вариант и летней безинерционной катушки от этой же фирмы, да? Диаметр сколько там, 110, да, она получается? То есть этот диаметр у нас Нельма Z80, да? Нельма Z3. Нельма Z3, да? Диаметр 80 мм. Есть как бы еще 64-е диаметры. Но мне не надо было слишком маленькую и слишком большую. То есть вот это то, что мне нужно для мощной судаковой снасти зимой. Самый самолет. Все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все. Удачи.